Мы находимся на выставке Household Expo, разговариваем с гостями. Игорь, расскажите, пожалуйста, чем вы сегодня занимаетесь на выставке? Добрый день. Я представляю в ГУП НТЦ Химвест Минпромторга России. Сегодня, помимо того, что у нас стенд Министерства промышленности и торговли, которая является центральным местом выставки, мы представляем еще и деловую программу от имени Минпромторга России. Первый день выставки на пленарной сессии мы рассказали об информационной системе химической промышленности. И 1 марта у нас будет круглый стол о мерах государственной поддержки, где мы расскажем о том, какие меры финансовой и нефинансовой поддержки для предприятий России есть у Минпромторга. Спасибо, не переключайтесь, оставайтесь с нами.